На месте. Хорошо, мы приветствуем Людмилу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Людмилы, под ногами, 360 градусов. Начинает сканировать все 7 тонких тел Людмилы, находит все. Неоспрут. Инкуб. Инкуб. Где там демон? Снимаются все маски, голограммы, все сущности предстают согласно своему эфирному коду ДНК в нашей комнате диагностики. Все невидимое становится видимым. Кто будет мимикрировать, уничтожая сразу на месте. Я цирк в этой комнате не терплю. Не рахнует. Инкуб и демон. И демон. Какой демон? Считай, пожалуйста, цифры над головой. 12. 12-герцовый. Так, хорошо. 4 канала, я понял, да? 4, да. Угу. Если еще какие-то невидимые каналы есть, они проявляются сейчас на счет 3. 1, 2, 3. Нет. Хорошо. Так, демон, что ты здесь делаешь в этом тебе поле? Кто тебе здесь рад? Кто тебя приглашал? К ней подцепился. Как долго ты сидишь в этом биополе уже? Недолго. 2 года. 2 года. Хорошо. За 2 года ты должен знать, есть ли порталы в квартире у Людмилы. Ты же выходил. Я же знаю. Есть. Хорошо. 2 года. Ты привел инкуба? Да. Хорошо. Так, арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. В квартире есть твоя родня? Нет. Дети? Нет. Хорошо. Так, я сейчас всем объявляю программу. На сегодня вы обнаружены. Мы здесь находимся легально, вы нелегально. Мы находимся по воле излияния Людмилы, пожелавшей освободиться от всех интерферентов и их энергии. Сейчас мы начнем реверс энергии, дадим вам все темное, после этого заберем у вас все светлое, все, что вы украли. После этого я дам команду каждому выйти, вытащить все, что он оставил в биополе Людмилы. После этого я провожу проверку 2 миллионами герц. Все, кто проверку пройдут, уходят на свою частоту, кто проверку не проходит, уходит в галактическое ядро. Всем понятно? Всем понятно. Хорошо. И я даю команду на счет 3 тонкой копии Людмиле спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Людмиле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Так. Инкуб привел, демон привел инкуба. Инкуб, сколько ты, 1,5 года сидишь? Год. Год, хорошо, 1 год. И спрут, как долго ты находишься в биополе? 4. 4 года, хорошо. Спрут, за какие боли ты был ответственный в ее, на физическом плане? Ты сидел на голове, как я понимаю. За страхи. Страхи, это твоя вся работа была, страхи, да? И это его работа, он показывает он своими щупальцами. Угу. Но он шевелит ими как-то. И у нее вырабатывается энергия страха, да? Ну, как паника, страх и... Вот. И связанный с этим депресняк. Хорошо. У нее, знаешь, вырабатывается, как надо что-то делать. То есть она чем-то занята, и он начинает вот этими лапами своими шевелить присоски, вот эти отдирает. Ну шевелит, в общем, лапами, и у нее она как отвлекается и начинает паниковать, что-то думать. Что она что-то упустила, да? Что надо что-то делать. Расстраивает как будущее. То есть она начинает картинку простраивать себе. О,
Это, конечно, плохое дело, если это плохая визуализация, потому что визуализации имеют свойство сбываться, если человек вложит достаточно туда энергии. И я понимаю, Спруту тебе часто удавалось у нее такие визуализации вызывать, правильно? Нет, она борется. Борется даже. Хорошо. Окей. Демон, какие боли, за какие боли ты был ответственный? Как она ощущала это на физическом плане? Вера, реверс закончился? Посмотри, пожалуйста. Реверс закончился. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Людмила забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последнего микрона возвращает Людмила себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо. Итак, демон, за какие боли ты был ответственный? На физическом плане. Ты сидел в ногах, что это там вызывало? Качели у тебя там или что? Ноги, руки. Перевязаны? Ленты. Ленты, понятно. И как она это ощущала на физическом плане? Поясницу он показывает почему-то. Поясницу. Там, наверное, лярва лежит. Большая, вкусная, да, демон? Низ живота лярва. Низ живота лярва. Ну, это, конечно, инкуб постарался, я так полагаю. Хорошо, арахноид, ты за какие боли был ответственен? Вот арахноид как раз. Живот? Живот, да. Он там установил свой этот инкубатор? Живот занял он. Понятно. Арахноид, какие это вызывало у нее эмоции? Боли? Он не знает. У нее, знаешь, от низа живота, в общем, две чакры, желтая и оранжевая. Да. Они в паутине все. Арахноид. Он просто делал свое дело. Ну, понятно, а мы свое дело делаем. Хорошо, ждем окончания реверса. Усиливаем потоки в 100 раз, до последнего микрона. Все возвращается светлое назад к Людмиле. Яркие энергии идут. Закончился. От кого шли яркие энергии? Сама по себе энергия яркая. Сама яркая. От демона шел красный цвет, то есть физическом. Да, он по физике бил. Хорошо, так. Мы здесь все сделали. Верочка, ты дышишь в микрофон. И сейчас я прошу выйти Спрут. Первый выходит Спрут. Спрут, доставай все, что ты оставил, все свои присоски. Жидкость отсасывай назад. Ни одного микрона твоей энергии не осталось в этом биополе. И возвращайся в клетку, докладывая готовности к проверке. Но у нее голова, шея, грудь, плечи, часть спины. Все это в присосках. Это все это ее раздражает. Это любого будет раздражать, конечно. Ни дня, ни ночи нет покоя. Он снял присоски. Он в клетке? Нет, он еще в голове что-то забирает. Желе какое-то. Ой, ужас. Это каша была в голове, точно от этого. Он, знаешь, смешивал как-то ее энергии со своими, этим питался. Готов. Так, хорошо, арахноид, выходишь, достаешь все, что ты оставил, сматывая всю паутину, доставая все свои инкубаторы, все, ничего, чтобы не осталось после тебя. Приступай. Что он делает, Вера? Готов, но он сматывает ее. Она, паутину. Знаешь, как сеткой такой плотной. Забирает. Все вытащил? Да. Хорошо, инкуб, выходишь сейчас и достаешь все свои, снимаешь все свои ленточки, ошейники, все, что ты там оставил, корсеты. И возвращайся в клетку. Да, он готов. Хорошо, демон, выходи, доставай все, что ты оставил в ее биополе, и докладывай. Сапоги на ногах у нее тяжелые такие, короткие. Какую реакцию она вызывала, демон, эти сапоги? Бесполезные движения. Он говорит, как лошадь в мыле. Бесполезные движения, как лошадь в мыле. Это называется пустая энергия, пустые занятия. Бежала не в ту сторону. Хорошо. Снял все. Хорошо, демон, я тебе разрешаю снять все лярвы в ее
на всех семи тонких телах, ничего не оставляя. Приступай. Низ живота лярва снял. Хорошо. Так, я даю еще сейчас команду. Включаю Людмиле внутренний белый свет. 1, 2, 3. Она выдавливает все чужеродные энергии, находящиеся остатки энергии на чистоте спрута, инкуба, арахноида и демона. 1, 2, 3. Шар начинает формироваться. Все эти энергии закручиваются в шар. Только чистая энергия Людмилы остается в ее биополе. У нее от спрута выходит что-то бело-серое такое, вот, как вот. Яд его. Вытаскиваем, все выдавливаем до последнего микрона, все выходит. Готово. Хорошо, и я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию энергии Людмилы с энергией спрута, инкуба, арахноида и демона. 1, 2, 3, начинается рассинхронизация. Умная синхронизация до 100%. Готово. Отлично, хорошо. И я подхожу к Людмиле, кладу руки на плечи и помогаю ей сделать импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Мощный удар сжигает все каналы к интерферентам, открывается портал в галактическое ядро и засасывает туда все остатки этих каналов. Закрывай, печатай, растворяй. У нас еще эта энергия выдавленная здесь. И под ней открывается портал в галактическое ядро, и она улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, и они все, мы все проверили, все выдавили. Будем отпускать туда. Хорошо. Объявляю всем присутствующим. Мы, и Людмила сейчас будет зачитывать манифест. После этого вам запрещено заходить в это биополе. Мы будем контролировать это биополе, если поступит жалоба. Если мы вас обнаружим, кого-нибудь из вас по-новому, вы будете очень серьезно наказаны. Чтобы это не случилось, найдите себе новое место обитания. Всем понятно? Понятно. Хорошо. Демон готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, спрут. Ты готов уходить? Готов тоже. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, все. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем все, что осталось от интерферентов за пределы этой комнаты. Хорошо, поехали по частотам. Если еще где-то осталась негативная энергия, то энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет яркий у нее. И ноги у нее, под ногами чернота. И приступай к работе, удаляя все низковибрационные энергии, вибрации в биополе. Ну, ощущение, что этот инструмент у нас переполнен, у нее еще осталось внизу. Это ее эмоции, которые она не может скидывать, она все под ногами собрала себе. Сейчас будем выводить тогда. Выводи сначала все эти пятна, а эмоции с эмоционального поля мы сейчас все выдавим. Мне нужно выбросить это за инструмент. И открываю, воронка открыта, и выкидываю инструмент в воронку. 1, 2, 3. И в твоих руках появляется более мощный современный инструмент. 1, 2, 3. Готово. И приступай к работе. Попробуй еще раз. Удали все эти пятна в ногах. Готово. И выбрасывай в воронку, уносится в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И на счет 3 в макушку головы Людмилы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 500% каждый. 1, 2, 3. Все энергии пошли по 500% каждый. Мощность потоков усиливается. Поднимаем частоту и вибрации до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И на счет 3 запускаем процесс активации и идентификации.
Пошел процесс. Крылья. Крылья. Отлично. Приветствуем ангела. Если у нее да. Оранжевое и желтое тело забиты были полностью. Сейчас вот чакры прочистились. Угу. И радость вокруг нее, радость какая-то постоянно находится. Эти энергии, они какие-то радостные у нее все. Угу. Отлично. Хорошо. Поехали дальше. И пусть тонкая копия Людмилы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 800. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Людмилы до значения 800 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируются энергии, вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. Ну, она и так яркая была, сейчас переливается вся энергиями. Готово. Вот. Вот такую мы и хотим ее иметь, а не такую, как она к нам попала. Хорошо. Людмила, как вы себя чувствуете? Она знает свои энергии. Очень рада снова их обрести. Угу. Хорошо. И приглашаем куратора или друга, у ангелов это друг, в нашу комнату диагностики. Куратор Людмилы, просим прийти вас к нам в комнату диагностики. Это мужчина, так можно, если сказать. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед нами в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду, мы приветствуем куратора или учителя, или друга. У ангелов это друг Людмилы. С кем мы имеем честь? Представьтесь, пожалуйста, как к вам обращаться. Леннон. Как Джон Леннон? Как Леннон. Как Леннон. Хорошо, я приветствую вас, уважаемый Леннон. Меня зовут Влад, это Вера. Перед вами ваша подопечная Людмила. Мы сегодня проводили чистку ее от интерферентов, о которой она нас попросила. Кроме того, она захотела задать 10 вопросов своему куратору. Вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Приветствует всех он. Я отвечу на все, что смогу. Я так понимаю, у нее должно быть... Их двое, но пришел один. Хорошо. Давайте тогда начнем с самого главного, с первого вопроса. Уровень высшего я и ангельский уровень. 10-й ангельский, 12-й высшего я. Отлично, очень высокий уровень. Благодарю вас. Сколько кармических узлов она прошла уже и сколько еще осталось? На 3 прошла, 2 осталось. Благодарю вас. Самое мое яркое, значимое воплощение на Земле, когда я была человеком. В какие годы, где и кем я была? Ты не очень любишь воплощаться на Землю. Это твое 5-е воплощение. Все жизни интересны, все жизни поучительны, имеют определенный смысл. Расскажите об одной, пожалуйста. Я расскажу про исторический момент. Пожалуйста. Город Троя. Как интересно. Ты пережила момент нападения спартанцев. Тогда их называли эгейцы. Это когда они с конем вошли туда, да? Троянским, как у нас принято называть. Вот это да. Ты жила в этом городе. А сколько тысячелетий назад было этого? Если можно, приблизительно время сориентировать. До вашей эры. До нашей эры, понятно. А после нападения на троянцев, чем она занималась? Смогла спастись. Благодарю вас. Хорошо. Мы можем переходить к следующим вопросам, уважаемый Леннон. Переходите. Сколько темной энергии уже набрано мною в этом воплощении? 25%. Благодарю вас. Иногда у меня возникает ощущение, что у меня за спиной есть крылья. Я их чувствую, пытаясь распрямить. Что это за ощущение? Твоя суть. Ангельская, безусловно.
Что со мной не так? Следующий вопрос. У меня нет друзей, я не умею дружить. Или, может быть, меня окружают не те люди, с которыми можно открыться? У тебя нет времени на дружбу. У тебя есть время на свою семью и развитие. Но твоя семья – это твои друзья. Понятно. Это не в негативном контексте, конечно, да? Ничего такого страшного в этом нету, да? Могу сказать, что я твой друг. Отлично. Благодарю вас, Леннон. Могу я переходить? Негативного нету. Негативного нет. Мы закончили с этим вопросом. Если вы закончили, я перехожу к следующему вопросу. Это, кстати, интересный вопрос. Если можно чуть расширенно, расскажите, пожалуйста, потому что очень много задают люди такие вопросы. Я везде вижу зеркальные числа. Например, 12, 12, 21, 21, 22, 22. А последнее время еще и везде 4 маячат. Я понимаю, что это знаки, но не совсем понимаю, что вы до меня хотите донести. Первое, что ты видишь их, это уже прекрасно. Эти знаки называют ангельская нумерология. Очень много объяснений этих знаков на Земле. Многие из них правильные, многие обманчивые. Но сам факт, что ты видишь эти знаки, это значит, ты продвигаешься и развиваешь свою интуицию. Я эти цифры тоже постоянно вижу, уважаемый Лена, но у меня, мне кажется, по моим ощущениям, это такое, я могу ошибаться, конечно, мне кажется, это как бы синхронизация. Это как бы показывает, что ты находишься на правильной частоте. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я уже сказала, то, что ты их видишь уже, ты на правильной частоте. Это значит, твоя интуиция работает, и ты обращаешь внимание на знаки, а значит, можешь... Можешь расшифровать и можешь видеть и другие знаки. Значит, предостеречь или наоборот продвигаться. Благодарю вас. Вы сказали, что есть значение этих цифр, называется ангельская нумерология на Земле. Есть ложные, а есть и истинные. Я полагаю, истинные – это должно сердце подсказать уже тогда человеку, да, когда он будет заниматься этим поиском ответов. И опыт. И опыт. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу, если позволите. Пожалуйста. Мой сыночек Сашенька с рождения страдает неизлечимой болезнью мочеполовой системы. Я пытаюсь его лечить своими руками. Правильно ли я это делаю? Правильно ли я воспитываю? И на что мне стоит больше обратить внимание, как матери? Ты все правильно делаешь. Обрати внимание на свою суть. Запусти ангельские энергии. Он показывает, что у ребенка есть от арахноида, как паутина, что ли, к нему ведет. Ой, значит, там в квартире еще арахноиды есть, и у ребенка арахноид. Людмила, я говорил, вам надо подумать о чистке квартиры обязательно. И надо это закрывать, потому что ребенку будет трудно с арахноидом справиться одному. Она может сделать, ну я подсказываю. Она может делать, окутывать его ангельской энергией и помогать снаружи. Но изнутри ребенок должен сам бороться, а ему мешают. Вот для этого это как раз наша работа, помогать таким людям. Но она здесь за ребенка, к сожалению, ничего не просила убрать. Ну, хорошо, мы хотели вначале ознакомиться с этой ситуацией. Теперь мы хотя бы знаем причину. То есть, если убрать это воздействие арахноида, ей будет легче, так она сказать. Она сможет своей энергией лечить ребенка изнутри, пока он закрыт изнутри. Понятно. Она может также крыльями закрывать его. Она пока его. Может да. Только не пустить негатив внутрь. Но запустить изнутри процесс излечения не может. Угу, хорошо. Потому что пространство занято. Должно же быть какое-то решение. Верочка, давайте попробуем сейчас прервемся на минутку. Я сейчас открываю портал на чистоте Людмилы к ее ребенку. 1, 2, 3. Открывается портал, прямой канал. И я даю команду, силой моего намерения притягиваю этого арахноида и всю его паутину, находящуюся в биополе ребенка на счет 3. 1, 2, 3. Она летит, все это летит в нашу комнату, клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Высасывает все. На чистоте арахноида из его биополя все выходит, вся паутина, все летит к нам в клетку.
говорить, что без намерения ничего. Хотелось очень помочь. Без намерения мамы, но в клетку, знаешь, прилетели какие-то, как клочки паутины, что ли. Хорошо, давайте хотя бы... И ты его расшевелил. То есть мальчика? Он знает, что за ним придут. Нет. А, арахноиду? Да. Хорошо, отлично. Портал же у нас еще открыт, да? Да. Хорошо, я сообщаю в этот портал арахноиду. Арахноид, я приду и сожгу тебя. Если ты меня увидишь, ты увидишь смерть. Я тебе рекомендую собрать все и уйти сегодня до конца суток. Если ты не уйдешь, я приду и сожгу тебя. Закрывая портал, 1, 2, 3. Уверен, это послание до него дойдет. Хорошо, я прошу прощения, уважаемый Леннон, но дело в том, что когда можно что-то делать, мы всегда пытаемся для тех, кто к нам обращается, сделать все возможное. К сожалению, вот я же говорю, Людмила, нет намерения, она мне нас не просила о ребенке. Но мы и не знали, что она ангел, а вот теперь уже знаем. Так что все еще возможно впереди. Мы попытались. Хорошо, поехали дальше. У нас там осталось что-то в клетке, Верочка? Да. Открывается под этим портал в галактическое ядро, весь этот мусор сжигается в галактическом ядре. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, уважаемый Леннон, я перехожу к следующему вопросу. Вы позволите? Продолжай. Грядет переход в четвертое измерение. Я работаю над собой, стараясь не занижать вибрации, но меня так мотает жизнь, работа в негатив. Смогу ли я перейти, или я останусь в третьем измерении? Дайте совет, что мне делать. Продолжать работать над собой, повышать. Я бы сказал, не пускать свои вибрации. Найти определенный уровень, ниже которого не спускать вибрации. Определенный баланс, от которого нужно идти выше и выше. Нести свой свет и радость. Это задача всех ангелов. Благодарю вас. Что нужно делать, чтобы не заходили интерференты? Как усиливать защиту? И можно ли самому от них избавляться? Если да, то как? Защиту можно выставлять. Защиту можно выставлять ангельскую, родную. Которая изнутри идет, а не снаружи. Могу сказать, что тот, кто присутствует в комнате, видит твою защиту. Ты прекрасно можешь руководить своими энергиями и защищаться ими. Находить интерферентов можно, но нужно знать и учиться этому. Есть еще уровень, когда ты интуитивно чувствуешь это. Тогда сила намерения и знания внутри себя могут помогать. Благодарю вас. Мне уже 42 года. Очень хочется еще родить ребеночка. Планируем, но пока ничего не получается. Будет ли у меня еще ребенок? Если кто, а может и уже и нету по судьбе. Опять сомнения в вопросе. Я не могу говорить про будущее. Все будет зависеть от тебя. Будущее очень изменчиво. Это первое. Второе, что тебе нужно обратить внимание на то, что тебе уже дано. Твой предыдущий вопрос был о том, что ты не можешь двигаться из-за негатива на работе. Насколько я помню, прочитай, пожалуйста, еще раз. Меня так мотает жизнь, и работа идет в негатив. Работа в негатив. Смогу ли я перейти? Это когда она за вибрации спрашивала. То есть там она на какой-то работе, которая понижает ее вибрации. Об этом шла речь. Я бы хотела обратить на это внимание. Если в жизни что-то негатив, это нужно менять. Об этом и говорят тебе цифры. Все взаимосвязано. Может быть, действительно лучше найти работу, на которой идет в позитив? Я так спрошу. Мы начали с последнего вопроса и поднялись почти до первого вверх. Вы правы. Желание иметь ребенка, негатив на работе, уже присутствие ребенка с определенной проблемой, семья, цифры, все смешано. Ты должна все это... Расшифровать. Абсолютно верно. Она уже знает ответ, и она может его получить. Я дал ответы на все вопросы. Благодарю вас. Все понятно. Как осознанная душа, ты сама расшифруешь. Это не трудно.
осознанной души с 12 уровня. Переходим к 10-му, последнему вопросу. Дайте совет, который мне необходим сейчас. Простите, если вопросы не совсем подходящие или корректные. Есть ли у вас совет? Есть. Ты сейчас должна принять себя и прочувствовать свою силу. Хорошо, могу я попросить, уважаемый Леннон, пропустить ей, сделать круг энергии ангельской, активировать ей, по кругу пропустить? На самом деле в нее есть эта энергия внутри, и она всегда знала это. Угу. И активировала эту энергию. Благодарю вас. Передайте привет и искреннюю благодарность и мою любовь моему куратору. Я чувствую, как они меня оберегают и ведут. Вот она еще дописала. И на этом заканчивается наш вопрос, уважаемый Леннон. Я благодарю вас за эти ответы, которые вы ей дали. И у нас еще, если вы еще хотите что-то добавить, или вы уже все сказали? Я бы хотела добавить, что пожалуйста. Есть еще. У нас есть подруга. Она не смогла сегодня прийти, но она такой же друг, который всегда рядом. Как ее зовут? Может, она имя услышит когда-нибудь? Или она сама представится, когда придет? Ее зовут Орлеана. Орлеана. Красивое какое имя. Благодарю вас. Уважаемый Лена, у нас есть добрая традиция в этой комнате. Каждому куратору, учителю, другу, ангелу. Мы всегда преподносим какой-то обязательно подарок. Это может быть мыслеформа, это может быть самые вкусные какие-то продукты на Земле. Или, может быть, вы что-то хотите увидеть с Земли. Мы это все можем для вас материализовать и передать вам. На добрые воспоминания. У вас есть такое желание? Мое желание быть полезным ангельским душам на земле. Но возвращаться туда у меня нет желания. Ой, как я вас понимаю, живя на земле, уважаемый Леннон. Вы очень смелый, выбрав этот путь. Да, еще времена такие, что, в общем-то, да. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с нашими самыми вкусными и чистыми ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Леннон, это единственный продукт, который на Земле остался чистый, экологически чистый. Это наши витамины, наша медицина. Я хочу вам сделать этот подарок. Будете ли вы так любезны его принять? Поделитесь со своими друзьями. Какой приятный подарок. Я обязательно поделюсь, Орлеане. Конечно. Ангелы очень любят это, и мы знаем об этом. Еще раз примите нашу искреннюю благодарность от меня, Людмилы, Веры, за то, что вы помогли нам сегодня ответить на очень многие ее вопросы и правильно ее направили в нужном направлении. Я надеюсь, что придет время, и когда-нибудь Людмила сможет сама связаться со своими кураторами, друзьями. С вами. Очень скоро. Я больше чем уверен. Хорошо. На этом мы заканчиваем. Будем возвращать тогда Людмилу назад в ее биоробот. Благодарю вас за знакомство, эту встречу. Благодарим и мы вас. Но это все было запланировано. Да, мы знаем, мы знаем. К нам все ведут своих... Рад, что Людмила услышала. Ой, да, очень рады, что мы... Мы тоже рады, что вы достучались до нее. Благодарю вас, уважаемый Леннон. Я не прощаюсь, я говорю до скорых встреч. В жизни всегда встречаются. Всего вам наилучшего. Благодарю вас. Всего доброго. Хорошо, Людмила, мы закончили работать. Верочка, раз синхронизируйся. Как вы себя чувствуете сейчас, Людмила? Она вспоминает энергии, но она показывает просто, как руки открыла, и у нее переливается вся вот эта энергия, активировалась ангельская, и она внутри нее переходит. Переливается по рукам вниз такой светлой энергией. Отлично. Значит, мы свою работу сделали. Хорошо, Верочка. Все, будем возвращать Людмилу назад, биоробот. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Людмилы в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я на месте.